Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы играем GTA 4, берем еще одну миссию. Наше прохождение следует дальше по намеченному пути. Пользуемся здесь телепортами. Кто не знает, телепорт у меня в этой игре называется такси. Вот, потому что быстро, удобно, экономично. Сяду, поеду. Давайте. А ты, пердун, ходи пешком, тебе полезно. Так что, давай. Ножками, ножками, гоу-гоу. Приехали. Надеюсь, мне надо было не на своем автомобиле-то приезжать сюда. Надеюсь, я правильно. А, просто прийти, я пришел. Вот так. Убить, надеюсь, надо. Ну, замес? Месиво? А ведь прибыл недавно только относительно. Ничего не было. Сейчас вот, валю всех налево-направо. Найдите способ проникнуть в пентхаус и убить Исаака и торговцев. Ага, найдите способ. Так. Найдите способ. Ну вот. Блин. Если мне туда нельзя. Так. Сюда мне можно? Сюда нельзя. Блин. Сюда. Нельзя. Ну давай. Где ты? Поехали. Сейчас меня ждет умопомрачительная перестрелка. Потому что мне же надо там наубивать всех. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. На. Давай. Тихо. На. Ой, кстати, у меня есть пистолет новый. Надо попробовать пистолет. Где ты? Покажи свои гребенки. Давай, гребенки покажи свои. Стоять. На. Ну ты лежи, падла. Можно зайти? Нет, нельзя зайти. Блин, плохо. Очень плохо. На тебе в жопу столько дырок наделали. Теперь не жопа, а решето. Это дуршлаг такой. На. Где? Блин, не успел. Не успел. Да не дергайся ты. Опа, в бедро. Блин, блинский. Ну, неплохо. Аса! Так, наверху. Ты что там дергаешься, нет? Где вы там? Так, вблизи. Давай, держите дробь, вблизи. На. Фак. Вот тебе фак. С УЗИшкой. Господи. Давай еще. Картечь. Ой. На. Так, вы в меня попали или это я сам себя? Ой, боюсь. Боюсь.
Ты так же стреляешь, как и я, несмотря куда. Видишь ли, в отличие от тебя, я заряжен, как в матрице. У меня столько всяких стволов здесь с собой. А у тебя нет. Вот смотри. Берем гранатомет. И бум. И нет, убила. Жадность била, погубила. Бум. Вот смотри, как прекрасно, да? Так, а эти наверху. Давайте поднимемся, окажем честь. Вот они, вот они. Убирайся отсюда. На. Минус. Так. Тихо. На. Как ты вообще здесь оказался? Мимо меня-то прошел. Зачем тебе? А, ну да, ну да. Так. Эти двери не работают. Так, пойдем выше. Где тут выше? Вот выше. Ты снизу, сверху, откуда ты приперся? Так. На. Ой-ой-ой-ой-ой. Что случилось? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вот они. Блин. Где ты? А-а-а! Месиво, 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 месиво. Блин, меня убили. Итак, вторая попытка. Теперь у нас калаш. Ну, теперь вам не убежать, падла. На. Всех в кашу. В решето. Как ты еще смеешь живым быть? На. Все. Вот так вот. Все-таки дело в калаше было. Вот так вот. Давай, 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 давай. Опа. Нормально. Нормально. Все хорошо. Магамба доволен. Пошел отсюда. Кто-то есть там? Наверху. Вот, внизу кто-то есть, нет? Идем наверх. Кто у нас здесь есть? Вот так. Теперь напрямки будем стрелять. Вот так вот. Подбили петушков. Чтобы не оказывали сопротивление на подавление. Перезарядимся. Еще один остался. Давай. Давай. Вот так. Еще давайте. Мясо. Новые мясо. Где? Вот так. Ух ты, а здесь, оказывается, была аптечка. А я и не знал. Ладно. Так. Бронежилет тоже пойдет. Ну, он должен быть где-то здесь. Может, где-то на столе лежит. Давай. Вот так. Давай. Баба, бабе повезло, она убежала. Ось бежит. Все-таки на нее-то мы не охотимся. Она тут ни при чем. Это жертва обстоятельств. Ну, дебил. Господи, ничему дураков не учат.
чужие ошибки. Вот так, первый. Вот так, второй. Давай, давай. Кричи, кричи. Вот так вас трое было, трое. А я вот в этот баллон стрелял, он не взорвался. А я на это очень надеялся. Так, а как отсюда можно как-нибудь, я не знаю, через люльку как-нибудь уйти? Стой, 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 стой. Ой-ой-ой-ой. И люлька есть, значит мы уйдем. Все. Мы уходим вот этим путем. Было принято решение на голосовании, что мы сваливаем отсюда вот так вот. При помощи вот этой люльки. Спасибо всем, кто построил эту люльку в этом месте. Я говорю, люлек много в городах. Смотреть надо. Я в какой-то там залетал. Ой, господи, у меня две звезды. Залетал. Можно даже с крыши на крышу перепрыгивать. Там, правда, ничего не было на крыше. Может быть, это как-то связано с каким-то второстепенным, я не знаю, заданием. Вот. Так что, кто не понимает, о чем, если подключился на канал и видит впервые данную игру, сообщаю, вы находитесь на канале Asmodee Play. Да, здесь я играю, ну, в ретро-игры немножко, в старые игры, в новинки, которые выходят. Ну, канал молодой, только создается. Просто я хочу показать, что не все игры старые плохие. Есть много хороших игр, в которые можно поиграть. Нужно даже некоторые поиграть. Если какие-то динозавры меня смотрят, то они даже умиляются. Им нравится. Тихо. Ну-ка. Давай. Сядем. И поехали. Сможем от ментов скрыться? Блин, нет, не сможем. Вот ты тварь ты, конечно. Блин, по мне стреляют, а ты ехать не хочешь. Падла. Да мне вот сейчас не до тебя, вот веришь, нет. Ладно, броню сняли. Поправимо. Главное, чтобы три звезды не заработать, то я заколебусь от них бегать. Но заметьте, миссия это выполнена. Это самое главное на данном этапе. Давай, ну еще немножко. Че вы на меня смотрите, как ставили, смотрят на меня, никакого праздника. Вот так. Телепортируемся. Берем следующую миссию. Посмотрим, что она нам принесет. Флориан, Флориан. Ой. Отвезите в парк, пойдем. Нам с тобой, как понимаю, там бегать надо. Залазь, скотина. Не залазь сюда, залазь в отдельное место там. Падла. Да? У меня именно такое отношение к ним. Никакого понимания. Так, все. Я должен его оберегать, я так понимаю. Давай. Вот мы прибыли. Ты прибыл? Прибыл. Вот это тело здесь. Все, на такси. Удобно? Выгодно? Экономично. Давай. Давай, тварь. Фу, ешь твою мать-то. Прострели ему булки. Не забывай соблюдать дистанцию. Давай. Держи дистанцию. Хорошо. Ой, как он бежит, господи. Плюшевый мерзавец. Давай. Куда бежим-то хоть? Ой-ой-ой-ой-ой. Твою ж мать-то, чтобы не в руки марать. Да, вот тяжелая артиллерия. Я ж не знаю, чего у тебя там будет, откуда ждать. Поэтому вот так пока что. Буду держать дистанцию. Господи, посмотрите, как эта тварь бежит.
Вы только взгляните, встал. Ну что, встал-то, беги дальше уж. Ах ты, прикрой мою задницу. Вот твою задницу вот я нисколечко не хочу прикрывать. Сама пусть будет прикрыта. Передани как следует, и все. Все враги разбегутся, старпер. Вот ты, блин. Животное. Надо, чтобы я сзади был. Блин, придется сзади за этой тварью бежать. Ну так не хочется, честно скажу. Так, что за... Давай. Кто там на тебя может напасть? Кому ты нужен? А, нет, смотрите-ка, все-таки кому-то нужен. Сбитой. Домосек. Так, кто может дать сдачу? Ну, к сожалению, после того, как ты ударил моего друга. Фу, какая гадость. Выбить из тебя все дерьмо. Убейте отморозка. Конечно. Опа, бежим. У меня калаш есть, так что далеко не уйдет. Садимся на этот мотороллер, скутер. Ладно. А я по кому стрелял-то тогда, я не понял. Если он здесь, а где-то. Тихо. Он же тоже на мопеде, как я понимаю. Или нет? На мопеде должен быть. Так что не надо мне тут ля-ля. Где ты, тварь? Садись на мопед. Блин. Господи. Неужто настолько здесь все убого? Так, я заново с ним бегать не хочу, поэтому мне просто необходимо поймать его сейчас. Блин, он среди этих тележек. Идите нахрен отсюда. Да, вот такой вот я хулиган. У меня есть наган. Ну, кстати, не наган, ну хороший кольт такой. Отморозок скрылся. Ладно, попробуем заново. Господи. Давай. Бери, бери. На. Он все еще здесь. Что ты имеешь в виду? Мне нужно бегать, иначе как я буду поддерживать форму? Один лишь намек на целлюлит. Ой, я даже читать это не хочу. Сдохни, тварь. Блин. Обсудите это сами там. Со своими целлюлитами. Какая гадость. На! Ты и так жирный он какой. Так. Ну пошли. А, блин, вести же тебя надо, скотину. Так. Вылазь. Пошли. Вот здесь вот поймаем такси сейчас с тобой. Вот оно. Смотри, я его... Я его прям за бампер поймал. Все, садись, животное. Поехали. Ой. Поехали. Что-то там большой список какой-то был. Интер, не интер, пропустить. Влево, вправо. Переключение музыки заказать. Тихо, не сбей меня. Пойдем. Можно не спеша до этого туннеля идти. Потом придется бежать, правда, да. Давай, не будешь ты здесь свою жопу вертеть. Пойдем. Так. Держись, застрял. Дистанцию, конечно, буду. Ну, один хрен сейчас по орехам тебе дадут. Хоть это утешает. Надеюсь, тебе, хоть и NPC тебе больно. Потому что нельзя быть на свете таким вот педиком. Хоть бы, не знаю, под нож хирурга бы лег.
красоту бы на себя навел. Все сянтры приделал. А это не так, не так. Животное. Итак, давайте, нападайте на него. Валите его, козла. Давай. Убейте. Ох, 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 ох. Тварь. Так, что-то я не понял. Я по нему не попадаю. Что, мне так надо отстреливать его? Хорошо. По крайней мере, узнали, как этого козла гасить. Или мне его вести опять же надо куда-то. Пасти его, как выразиться-то правильно. Так. Надо наплевать на ваши портретики. Новые нарисуете. У меня тут тварь убегает, из-за которой я миссию провалил. Будь добр, сдохни. Вот так. Молодец. Подберите Берни. Сдался мне ваш Берни. Подбирать его. Эту муху помойную. Так, ну-ка на карте-то как я смогу это озерцо-то объехать? А, блин. Только по мосту. Ну ладно. По мосту, так по мосту обратно выезжаем на дорогу. Вау! Это мой трюк был. Ну, поехали. Так, надо, блин, его сзади посадить. Себя это опасно. Это опасно. Ну ладно, чего не сделаешь. Ради подписчиков, которые просматривают этот контент. Посадим сзади. Пусть сидит. Не более. Так что не раскатывайте губу. Так, 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 так. И где ты? Стой, 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 стой. Вот здесь. Ну-ка пошли нахрен отсюда. А-а-а! Вот так. Хочешь? Ну тогда пошел отсюда. Давай. Ух ты. Это что, это аналог Рибака? Ну чё ты вот вцепился мне в руку, как зомби? Ой. Где ты, дятел? Я прибыл. И куда тебя, тварину-то, вести такую надо? Я не одет для тюрьмы. Фу, не одет для тюрьмы, господи. Вот у человека проблема-то. У кого-то кредиты, ипотеки. Не раз, как-то не разделанная любовь, не раз. Да у этого до тюрьмы не едет. Проблему нашел. Это из тех людей, которые я ноготь сломала, когда за ними это маньяк гонится. А он только о ногте думает. Маньяк догонит, тебе уже не нужны будут ногти, потому что не будет пальца. Так что. Ой, господи, дешевые трюки. А кстати, такие люди действительно есть. Идиоты, блин. Вот смотрите, кстати, берите автобус, погоняйте на нем, вам понравится. Путешествие на нем отменное. Еще ни разу не пожалел, катаясь на автобусе. Едем и едем. Едет, едет, едет белая карета. В стенах туалета человек кричит, но не слышат стены, трубы словно вены. Ну вот я, этот доктор, который едет, это я. Занимаюсь благотворительностью. О, кстати, 12 часов надо попробовать сходить в 00 вечером. Если не получается достать этот тварь. Есть еще одно голубое тело, которое надо убить. Если днем я его найти не могу, может это ночью 12 часов. Я говорю, 12 часов там бывает. Вот я и думаю. Если не днем, то поди ночью. Так ведь? Ведь 12 часов два раза в сутки настает. 00 и в 12. А-а-а-а-а-а. Тварь. Чуть не кувыркнулись. Так.
поедем. Пока я еду, вы можете ставить лайки, нажать на кнопку подписаться или оставить комментарий по поводу, что бы вы сделали вот с этим ублюдком на розовом, в розовом, который катается, пана, не заплатив налоги. Что у нас по времени? Так. Нет, 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 нет. Переодеться нам, что ли? Давайте я переоденусь, буду джентльменом. Вроде солидный, да, хороший. Вот. Куплю. У меня вроде он есть такой уже. Все. Ну, я купил его. Буду красивым. Чтобы девки на меня падали прямо таки горстями сверху. Смотрите. Телепорт. Итак, господа. Телепорт работает исправно. Так что все хорошо. Подписываемся на мой канал. Ставим лайки. Пока. Можете заниматься своими делами. А я пока зависну здесь ненадолго. До встречи.